Новый медицинский комплекс расположился на территории второй городской больницы Белгорода. Нейроортопедический центр поколения – первый специализированный стационар в системе негосударственного здравоохранения в регионе. Он был задуман как передовое медицинское учреждение с замкнутым циклом помощи, с постепенным переходом процесса диагностики в консервативную или оперативную помощь. О важности и своевременности появления нейроортопедического центра в Черноземье на церемонии открытия говорил губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Нейроортопедический центр, услуги которого будут очень востребованы, или сегодня эти услуги очень востребованы населением Белгородской области. У нас ввести ожидания около 4000 жителей, которые нуждаются сегодня в нейроортопедической поддержке. Медцентр поколения оснащен современными системами диагностики и хирургии. Приоритетные направления работы клиники – высокотехнологичные вмешательства на всех отделах позвоночника, хирургия кисти и стопы, эндоскопическая хирургия коленного, плечевого и прочих мелких суставов, реабилитация в раннем, послеоперационном и промежуточном периоде. Мы будем стараться сохранять наши суставы в порядке. И для этого привезли сюда все необходимое – лучших специалистов, отличное мирового уровня оборудование, очень дорогостоящее, опытных людей, которые будут его обслуживать. И я надеюсь, я практически уверен, я очень жду, что когда появятся первые посетители, какие будут отзывы у них, у этих людей, которые пройдут через череду этих кабинетов, что они скажут. Они обязательно скажут спасибо за жизнь без боли, за новые суставы и успешно проведенные сложные и даже уникальные операции. Раньше за квалифицированной хирургической помощью нужно было выезжать за пределы Белгородчины. На территории Белгородской области не оперируют кисть, не оперируют плечевой сустав, локтевой сустав, малые суставы, которые у нас находятся в стопе. А вот мы это все берем на себя. У нас специалист, тот, который уже работает в центре, всеми этими методами владеет. В центре будут работать около 100 человек, ведущие специалисты в области лечения патологии опорно-двигательного аппарата. За плечами Дмитрия Бутырина 18 лет работы в травматологии и ортопедии. К тому же он специализируется на редкой области – кистевой микрохирургии. Представитель Томской нейроортопедической школы и член российской кистевой группы повышал квалификацию в Швейцарии и Германии. Теперь будет лечить пациентов центра поколения. Здесь у нас выполняются операции такие, которые не выполняются нигде. Есть даже которые в Черноземье не выполняются. Скажем, артроскопия кистевого сустава, который я здесь выполняю уже, их не выполняют здесь, кроме как в Москве, нигде в ближайшем регионе. Для качественных исследований и квалифицированной хирургической помощи в нейроортопедическом центре поколения установлено современное оборудование, в частности, высокоточный УЗИ-аппарат для исследования мельчайших суставов пальцев кистей рук и стоп. Еще одна гордость клиники – единственный в Белгородской области и второй в России высокоточный рентгенологический аппарат. Он позволяет сделать снимки пациентам в положении стоя, сидя и лежа. При необходимости пациенту, лежащему на каталке. Существует 6 стандартных позиций, которые, в принципе, запрограммированы. И аппарат их занимает самостоятельно. Центр будет активно сотрудничать и с фондом обязательного медицинского страхования. Как только будет готова вся необходимая документация, здесь проведут первые операции по программе ОМС. Мы думаем, что здесь будут и обслуживаться и жители других регионов, не только Белгородской области. На то, что он поднимает уровень всех медицинских учреждений, как бы подтягивает к своему уровню, это очевидно. Я думаю, что 90% взрослых людей имеют какие-то боли в суставах. Голеностопы, колени, локти, позвоночники. Поэтому такая помощь, она просто необходима. Ежегодно клиника сможет принимать в среднем 50 тысяч пациентов и проводить около 1000 высокотехнологичных операций. Здесь оборудованы двух- и одноместные палаты, поликлинический комплекс. Словом, в нейроортопедическом центре поколения созданы качественные условия для реабилитации и оздоровления пациентов.